Здравствуйте, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, вот решила отпустить своих собачек. Одна у нас дворняжка, она почему-то всегда зимой облазит, всегда. А летом наоборот в шерсти, не знаю почему. Да, она у нас уже, правда, очень старенькая. Ей уже, наверное, лет 17, может, чуть меньше 15. Он уже у нас и... Мухтар тоже такой зрелый, ему уже 4 года, даже 5, наверное. Вот, он Фрося у нас, лохудренок наш. Она уже старенькая, уже, ну, собачки у нас, как видите, хорошие, упитанные. Без мяса они у нас никогда не бывают, мы их кормим мяском. Ну, это и положено так, потому что, чтобы животные хорошо себя чувствовали. Вот, пожалуйста, какой. О, сегодня снежок, он у нас... Как видите, подсох. Вот, вчера был мокрый снег. И он был весь как дворняжка. А сегодня вот, пожалуйста. Ну, мы его часто отпускаем зимой. Летом мы его не пускаем, потому что грядки. Вот, и он, конечно, очень обижен, что его летом не пускаем, только зимой. Друзья, вот посмотрите, какая красота. Ой, какая красота. Надо сказать, что я... Все спалила, сожгла, скажем так, сожгла эти, что было у меня тут, ветки. Но я уже говорила, что я хочу вырезать свои абрикосы, которые повырастали уже там, бог знает, до скольки метров, метров по 5, наверное. Ну, вы сами понимаете, зачем такая высота абрикосов, не достанешь. Вот сын мой заставила вырезать орехи, потому что орехов тоже много у меня, они мне не нужны. Значит, что сделал? Вот отрезал. Было 2 ствола, 1 отрезал. Но еще не все сделал. Вот тут абрикос. И хочу тоже, чтобы оставить немножко и укоротить. Укоротить ветки. И то, что останется, наклонить к низу. Там вот груша, это не наша, это соседская груша. Она мне тоже мешает. Она дикая, с нее сыпется всякая дрянь. Вот было тут 2 ореха у меня грецких, там он третий маленький остался. Вы знаете, у меня есть же уже один большой грецкий орех, и он очень высокий, вон там, видите. Его вполне достаточно, и лишнего не нужно. А я вот что-то насажала, а теперь вот надо мне. Теперь нужно будет сыну порезать на мелкие веточки, чтобы я могла их сжечь. Ну, друзья, это я вам просто вышла показать. Сегодня хочу показать вам, какие я буду сажать помидорчики. Вот, какие у меня есть огурчики. Ну, а потом покажу про цветы. Так что, если вам интересно со мной на канале, оставайтесь. Вы узнаете, какие помидоры мне нравятся. И, может быть, и вам понравится. Вот. Так что, оставайтесь со мной. И вы увидите, какие помидорчики и огурчики я буду сажать в наступившем году. Добрый день. Еще раз, друзья мои. Друзья, вот сегодня я перебирала свои томаты, вернее, семена томатов, и выбрала те, которые в этом году я хочу посеять. Вообще, томатов у меня более 200 сортов. Но, естественно, сеять я буду не все. Сорта томатов у меня разные. Крупноплодные, мелкоплодные, разных расцветок, разных форм и так далее. Гибридов почти нет. Я в основном сажаю сорта. Причем, друзья, предпочитаю я сорта сибирской селекции и сорта фирмы Гавриш. Ну и еще там кое-кое-кое-когда я покупаю томаты фирмы Поиск. Что хочу сказать, друзья, перебирая эти сорта, я разобрала их на разные группы. И сегодня я хочу вам показать только одну группу томатов. Вот, групп томатов у меня много разных, я сейчас вам покажу. Значит, есть у меня томаты малиновой расцветки,
есть разные расцветки, от желтой до такой черной, скажем так. Есть у меня сливки, есть сорта, вернее, есть гибриды томатов фирмы Сады России. У них все томаты гибриды, поэтому я их отложила в отдельную стопочку. Сажать я их буду всего по 2 штучки, вот, а остальные, может быть, побольше. И также у меня есть томаты красные. В них входят как сильно крупные томаты, так и не очень. Сегодня, друзья, я хочу вам показать томаты красные, красного цвета. Вот, и если вам интересно, оставайтесь со мной на канале, и я продолжу вам показ своих томатов. Итак, начнем, друзья. Самый первый томат, который я никогда не перестану сажать, это инжир красный, друзья. Томатик этот очень крупноплодный, очень мясистый, очень сладкий и урожайный. Томат этот фирмы Гавриш. У него красивая форма, похожая на инжир, красного цвета. Так, это что касается инжира красного. Дальше, сейчас скажу, сколько он весит. Значит, вес его составляет от 350 до 450 грамм. Хочу сказать, что почти все томаты у меня высокорослые, поэтому только когда будут низкорослые томаты, я скажу. Этот томат вырастает до 2 метров, его обязательно подвязывать надо. Значит, томат «Сибирский гигант». Очень крупный, вырастает более 2 метров. Значит, у него томаты от 400 грамм до 80 грамм и бывает до килограмма 200 грамм. Ну, это если вы будете его формировать в один ствол. Значит, с одного растения можно собрать от 4 до 7 килограммов плодов. Хочу сказать, что это действительно так. Относится он к русскому размеру. Семена фирмы Гавриш. Вот. И очень хороший томатик, сладкий и очень урожайный. Томат Джина, друзья, ну, наверное, все, многие знают этот томат. Этот томатик не очень крупный, но что мне в нем нравится, у него все томатики одного размера, до 200-250 грамм, не более. Причем все они выровненные, все очень красивые, очень плотные. Томат очень урожайный. Он не высокорослый, но и не низкий, то есть он среднерослый. Вырастает где-то от метра до 1,20 м, вот примерно такой. Все томатики у него выровненные, очень урожайный томатик Джина. Это сибирский сад, друзья, как я уже говорила, я предпочитаю эту фирму. Хочу сказать, я не рекламирую томат, я только показываю то, что я выращиваю. Ну, и, может быть, кому-то понравится, и они тоже захотят такой приобрести. Итак, я уже говорила, что я еще покупаю томаты фирмы «Поиск», которые мне очень нравятся тоже. Вот томат «Мечта великанов». В прошлом году я посылала... позапрошлом году я посылала... во время розыгрыша на моем канале девочкам, которые выиграли этот розыгрыш, вот эти семена. Кто выращивал, я думаю, знает, что это действительно очень хороший томат, очень крупноплодный, сладкий и очень хороший. Я думаю, что он стоит того, чтобы его выращивать. Так, это среднеспелый сорт красного цвета. Я уже говорила, что я буду показывать все томаты красного цвета. Итак, бугай красный, друзья. Плоды размером до килограмма. Очень крупные, мясистые, замечательные плоды. Я уже и выращивала их. Вот, и хочу сказать, что мне очень понравились. Растения высотой до полутора метра. Средний размер плода 500 грамм, но... если вы правильно сформируете его в 1-2 стебля, то вырастите очень крупные томаты. Томат «Гигант Новикова» – это старый сорт, друзья. Очень крупный, очень урожайный, средне-ранний.
не очень высокорослый, всего до 1,5 метра вырастает, но при хорошем уходе, если выращивать теплицу, он вырастет до 2 метров. Я думаю, все прекрасно знают этот томат. Это, ну, тем, кто, конечно, никогда его не выращивал, скажу, что средняя масса 500-600 грамм. Ну, бывает, гиганты вырастают до 1,5 килограмм. Томат гигант Новикова. Томат «Вечный зов». Сибирский сад. Это для меня, конечно, новый томат. В том году я сеяла, но так получилось, что у меня не все томаты взошли, и кое-что я там поперепутала с сортами, поэтому, честно говоря, не знаю, насколько он хорош, но написано, что он вырастает до 70 сантиметров высотой, масса 900 грамм. И написано, что поражает воображение, плоды выровнены крупные, плоские, округлой формы, глянцевато-красные, очень мясистые, малосеменные, нежного сахарного вкуса. Урожайность достигает 5-9 килограмм куста. С куста. Хочу сказать, что никогда сибирский сад не преувеличивает свою урожайность, поэтому я всегда выписываю семена именно сибирского сада. Итак, томат «Вечный зов», друзья. Все эти томатики, конечно, салатного или томатного назначения, поэтому кто любит томаты крупные, это для вас. Причем подходят эти томаты как для Сибири, так и для юга России. Томат «Король гигантов», друзья, тоже сибирский сад. Вырастают они до почти до 2 метров. Я все высокорослые томаты подвязываю. Если вы не видели еще, можете зайти на мой канал, посмотреть, как я выращиваю свои овощи и в том числе томаты. Вы увидите, что я все подвязываю, у меня все подвязано, потому что, ну, не настолько много площади, чтобы выращивать все, как говорится, без подвязки. Итак, этот томат «Король гигантов» может вырастать почти до 2 метров, от 1 метра до 1,70, но в зависимости от условий можно вырастить до 2 метров. Весом до килограмма. С одного куста можно получить 7-8 килограмм плодов. Надо сказать, действительно, очень крупные томаты красного цвета. «Король Лондон», также сибирский сад. Массой до 400-700 грамм. Я выращивала ранее эти томаты. Правда, в прошлом году я его не выращивала, а в позапрошлые годы я выращивала такой томат, и он мне очень нравился. Но у меня в прошлом году закончились семена, и я его не сеяла, а потом выписала. Вот он вырастает от 1 метра до 1,70 метра. Плоды малиново-красные, мясистые, красивой сердцевидной формы. Очень крупный, масса 400-700 грамм. Бывает до 1,2 кг. Но это опять-таки, как вы его сформируете. Если вы его сформируете в 1-2 стебля, то действительно у вас получится именно такой томатик. Очень красивые томаты, друзья, рекомендую. Новый для меня томат сибирский, алтайский силач, сибирская селекция сибирского сада. Значит, я его еще не сажала, но я выписала в прошлом году осенью, ну, вернее, даже не осенью, а летом, и пришли вот, теперь буду сеять. Итак, вырастает до 2 метров в высоту, формирует кисти с округло-овальными красными плодами массой до 0,5 килограмма. Плоды выровнены в пределах кисти и в пределах растения. Очень плотные, мясистые, ароматные и вкусные. Идеально подходят для приготовления летних салатов и всех видов переработки. Урожайность до 5 килограмм с растения. Это среднеспелый томат. Ну, подходит для Сибири. Сибирский сад. Томат безразмерный. Друзья, надо сказать, что я его сколько раз выписывала, сколько раз пробовала вырастить такой, как он на картинке, но никогда не получалось. Однако томатики вырастают большие. Ну вот почему-то вот такого, как банка, конечно, я ни разу не достигала. Ну, вероятно, от того, что я всегда сажаю очень густо. А, вероятно, если посадить редко, как положено, растение на
одном квадратном метре 3 растения, сформировать в 1-2 стебля, возможно, вы получите такие томаты, которые могут достигнуть размера литровой банки. Так. Друзья мои, очень вкусный томат, клубничный десерт. Очень вкусный. Я рекомендовала его в позапрошлом и в прошлом году, потому что мне очень понравился на вкус, очень понравился его вид, этого томатика. Вот, он как бы сначала такой зеленый-зеленый, темно-зеленого цвета плод, потом он начинает становиться светло-зеленого, потом приобретает темно-темно-красный окрас. И хочу сказать, что очень вкусный, очень урожайный. Друзья, если кто видел мои видео, видели летом, как я показывала, что эти плоды были очень урожайными. Вот. Можно добиться урожайности 10-12 килограмм с растения. Вот именно не с квадратного метра, а с растения. Плоды массой до 300 грамм. Но они очень выровненные, очень красивые. Они просто покорили мое воображение. И я, конечно же, их буду выращивать. Сердце буйвола. Ну, я думаю, многие знают такой томат, как бычье сердце и так далее. Это сердце буйвола. Томат похож на бычье сердце своим видом. Вот, но он красный. Он детерминантный, то есть невысокий, всего на 80 сантиметров в высоту. Вот, весом от 500 до килограмма. Хочу сказать, что на низком растении вырастают очень крупные томатики, что уже как бы для детерминантных сортов новинка, потому что на всех низкорослых сортах, как правило, вырастают не крупные томаты, а это крупный томат, который очень хорош для тех, кто не любит томаты с подвязкой. Вырастает он всего до 80 сантиметров, и можно получить от 8 до 10 килограмм с растением, не формируя. Друзья, медвежья лапа. Это очень крупный, одно название говорит за себя, медвежья лапа. Очень крупный томат, вес плода 800 грамм, бывает и больше. Действительно, томат похож на отпечаток лапы медведя, такого своеобразного вида. В кисти формируют 4-5 плодов, достигает 6-8 килограмм с растения урожайность. Куст от 1,20 м до 1,70 м. Ну, вот, думаю, даже не стоит и рассказывать дальше. Очень хороший сорт. Я его уже выращиваю много лет. Томат Маршал Победа. Это тоже растение, которое я выращиваю несколько лет подряд. Очень урожайный, очень крупный, очень красивый томат сибирского сада. Маршал Победа. Друзья, хочу сказать, что плоды от 300 до килограмма. Все зависит от того, как вы его сформируете. Я говорила и буду говорить, что если вы будете формировать растение, чем больше на нем будет веток, скажем так, тем мельче будет плод. И, естественно, сами понимаете, растение должно выкормить свои плоды. Поэтому, если вы хотите очень крупные томаты, то, конечно, нужно его формировать в 1-2 стебля, то есть убирая лишние пасынки. А если вы хотите вырастить больше просто томатов, но красивых, то можно его даже и не формировать. Тогда вы получите от 300 грамм до 400 грамм томатики. Но такие вот, похожие на тарелочку томаты. Очень вкусные, скажем так. Друзья, томат фартовый, очень хороший. Сами понимаете, фартовый, это значит, ну, скажем так, супер урожайный всегда считается томат. Почему? Потому что высота у него 1,7-2 метра, плоды 180-250 грамм, но урожайность у этого томата очень высокая, от 19 килограмм с 1 квадратного метра. Так что, друзья, если вы посадите 3 растения или посадите одно,
растения на одном квадратном метре, то, конечно же, вы получите очень хороший урожай. Итак, друзья, сегодня я вам рассказала о томатах красных, которые я обязательно буду выращивать в этом году. И если вам понравились какие-то томаты, то покупайте. Я уверена, что вам они понравятся. Чем хороши, друзья мои, именно сорта, а не гибриды? Тем, что, ну, понимаете, каждый год уходят какие-то томаты, гибриды, появляются новые. Да, они действительно очень урожайные, но хочу сказать, что сортовые томаты никогда мне не подводили. И если даже не бывает большого урожая, в любом случае я могу собрать семена, и у меня будет запас. Надо сказать, что каждый год разные томаты ведут себя по-разному, потому что, вероятно, не у всех томатов гены, допустим, любят сильную жару или наоборот холод. И даже при описании того или иного сорта или гибрида говорят, что в любое время там они плодоносят. Ну, вы знаете, уже показало время, что это совершенно не так. И разные томаты ведут себя в разное время по-разному. Опять-таки, многое зависит от того, как вы их посеете, посадите, в какое время вы их посеете, как вы их будете формировать, на каком расстоянии куст от куста, ряд от ряда, если вы сажаете их в ряды. И все будет зависеть от того, как вы и чем будете кормить свои растения. Ну вот, друзья, в следующий раз я вам покажу другие томаты, расскажу о методе выращивания своих томатов. Если вам интересно, заходите на мой канал, подписывайтесь. Если вам интересно, задавайте вопросы. Я буду очень рада ответить на них. На этом, мои друзья, я свое видео заканчиваю. В следующем видео я покажу другие сорта помидор, а также в других видео я покажу, какие цветы и какие огурцы и другие овощи я собираюсь выращивать в наступившем году. Вам желаю всего доброго, хороших праздничных дней, хорошего настроения, удачных посевов, замечательных урожаев и очень хорошего лета. С вами была Валентина. Канал «Сад и огород».